Я хочу как бы подтверждение слов себе это сказать, что к нам очень стали часто особенно в последние три дня звонить люди. Это участники полян акций протеста земельных. И ну, до этого пока все было в рамках как бы закона, когда на Майдане люди стояли там на площади, и звонков как бы не было. Но вот эти три дня, вот эти их действия, это ожесточенная какая-то истерия. И пошли звонки. Звонки, которые просят нас объяснить им, нашим людям, что происходит в Киеве. Я хочу сказать, что это люди, почему они к нам звонят. Потому что ну, за это время, уже за 8 лет нашего общего как бы, движения за землю, они привыкли доверять нам. Особенно в тот момент, когда мы начали свои обещания, которые мы им давали, что они получат землю, они получают землю, они довольны этим, они благодарны, да, они благодарны нам. И как бы они верят нам, да, и поэтому они обращаются к нам и просят объяснить, что там происходит. И один как бы участник позвонил, он говорит, что нас хотят в Европу завести под ствол карабина. Нас говорит, если мы туда не хотим как бы зайти сломя голову, то нас хотят туда привести под прицелом. И как бы этот. И ну, мы объясняем им и как бы заверяем их, что в случае, даже если какого-то там морального, какого-то другого давления, вплоть до физического, если на нас будет воздействовать, то естественно мы будем собираться, мы будем как бы ставить вопрос о своей защите, будем обращаться к властям, как мы это сделали в этом давлении. Да. И сегодня многие наши участники, многие наши сограждане, они внимательно следят за новостями, и сегодня эта пресс-конференция, они ждут ее, как бы, чтобы услышать эти заявления. Ну, и хочу добавить, это выступление Мустафы Джемилева, которое он на прошлом Майдане, после нашей поездки, поддержку президента, мы ездили 824 человека, и после этого он выступил, оскорбил нашу организацию, да, и угрожал нам, угрожал расправой. И хочу сказать, что Мустафа Джемилев – это человек, который уже давно потерял свой авторитет в народе. Осталась только та клика, которая возле его кормушки меджлисовской, которая сегодня его готова поддерживать от безысходности. Куда деваться этому чайгозу, который полностью зависим от него? Куда деваться тому же Джевдету Портумеру, который во всех земельных махинациях был связан с ним, понимаете? И уже его нет. Да. Ну, он был связан с ним. Да, да, его все, да. Он член Меджлиса, понимаете? Он все равно в Меджлисе, он же не ушел. В Шахском районе уже его нет. Да. И хочу сказать, что Мустафа Джемилев угрожал нам расправой. Я хочу сказать, что Мустафа, мы не боимся. Мы довольно уже сильная организация, мы можем себя защитить и морально, и духовно, и физически. И даже к тем словам, которые я хочу сказать, после вашего заявления, вы почитайте те комментарии, которые ваши друзья пишут под вашим выступлением, что вам там черным в нашей Европе делать. Понимаете, это говорят его же друзья, за которых он здесь отрабатывает их деньги. И этот человек, он выводил наш народ против всех властей, против Кучмы выходили мы. Во время, когда было правление Кучмы, мы перекрывали дороги, мы перекрывали площади, ходили перекрывать железную дорогу. То есть конфликт, парк Катон был, шествия всевозможные, понимаете. Он вел наш народ к конфликту, хотя с Кучмой у него были прекрасные отношения. Мы поддержали Ющенко в надежде, что наш народ увидит какой-то просвет. Понимаете, что станет легче, что народ наконец начнет обустраиваться, придет какая-то поддержка народа, перестанут нас как бы игнорировать на всех уровнях. Но после этого мы увидели, что стало еще хуже. Против нас начали применять силы, это Луценко отправлял своих этих сотрудников в Иркут, против нас выступали. То есть мы это все видели, понимаете. И сегодня
когда происходит такое же, опять Мустафа Джемилев ведет наш народ к конфликту. С этими же людьми. Он опять поддерживает ту власть, которая не сделала ничего за свое правление нашему народу. И сегодня в поддержку их он опять выводит наш народ против вот этого, понимаете? Он хочет наш народ тянуть в кровавую войну. И я буду призывать в первую очередь это своих товарищей, с которыми мы участвовали в земельной акции, которые знают нас, которые нам как бы доверяют, никаким образом не поддерживать, никаким образом не поддерживать Мустафу Джемилева. Да, это человек, который не сделал ничего хорошего за это время. Это человек, который ограбил наш народ. Он за 20 лет своего правления ни разу не отчитался финансово. Были огромные суммы деньги перечислены. И этот 1 200 000, по-моему, Могилев, да, озвучил. И Мустафа посчитал, разделить этот миллиард на 20 лет. А зачем ты его делишь на 20 лет и на всех крымских татар? Этот миллиард, который ты пришел в первые 3-4 года, возвращение крымских татар. И по курсу 1 к 2, это было более полмиллиарда долларов. И на каждого человека на тот момент это приходило по 1500 долларов. А одна семья из 7 человек, если им в то время было бы дано 1500 долларов на каждого человека, члена семьи, я думаю, крымские татары не строились бы сейчас, не жили бы в землянках, не обустраивали бы себя, свои дома в течение там 25 лет. Мы бы покупали бы готовые дома, и не стоял бы вопрос о том, что верните наши дома, верните наше имущество. Все, государство рассчиталось, получается, этим миллиардом. А куда он ушел? До народа эти деньги не дошли, поэтому народ и возмущается. А где наше имущество? А где те деньги, которые были выделены в первые годы? И не надо эти деньги растягивать на 20 лет. После того, как они исчезли, вам перестали вас финансировать. А где те деньги, которые присылала сюда Турция? Только последний скандал, который прислали сюда этот олигарх с Турции, он возмущался, что все его деньги растрачены и не знаю, не может найти концов. Опять деньги украдены, деньги не дошли до людей. А где которые диаспоры Турции, Румынии, Америки, Германии высылали на наш народ? Турция за голову хватается, когда приезжают сюда туристы из Турции, крымские татары. Они ведь состоят этого народа. Они говорят, да у вас у всех уже должны музеи быть. Не дворцы, а музеи должны быть. Сколько мы денег вам отправили сюда? А где эти деньги? И, конечно, и это все возмущение. Возмущение тех грандоедовских организаций молодежных, которые существуют на деньги Евросоюза, Америка, которые они сейчас отрабатывают, которые должны сейчас отработать и защитить вот это то, что здесь происходило. Ведь будет за все спрос. Они думают, что? Что 20 лет воровали и без спроса все пройдет? Не будет этого. За все будет спрос. И с Мустафы тоже будет спрос. И преемника, который после себя оставил он, который в 24 года возглавил архив Латвии. Будучи полковником КГБ. А что такое архив? Это святая святых КГБ. Партийно-хозяйственное, да, ребят, не путайте две разные вещи. В архив, партийно-хозяйственное, во времена Советского Союза. Старший научный Союза. Сотрудник. Ваша, во времена Советского Союза в архив даже муха без удостоверения КГБ не залетала. Не говоря уже там об уборщицах и не говоря уже о руководителе. Это что, не КГБ? И он молчит. И откуда? И он никогда не был никаким членом национального движения. А с какого? Никто его не знает. Откуда он пришел и откуда он встал? Мы его здесь узнали, в Крыму. Откуда он упал на нашу голову? Почему вот сидят три активиста национального движения? Почему они не стали заместителями? Почему они не стали его руководителями? После него. И он ей подобный, потому что они неугодные, потому что они говорят правду. Когда члены, ветераны национального движения сказали Мустафе Джемилеву и Чубарову, что они воры и бандиты, и что они продали наш народ, и что они предали его, и у них на это есть доказательства, и они вызвали их на круглый стол, они сказали, поставим телефон в прямой линии, поставим камеры и будем разговаривать. Вот вам вопросы, которые мы вам будем задавать, подготовьтесь и ответьте на них. Они не пошли с ними на это.
круглый стол. Почему? Потому что они не знают, что говорят. У них нет ответа на эти вопросы. И до сих пор нет. И обвинили этих ветеранов. И готовы бросить нас к татарскому народу. И сюда пришла гражданская война. И сюда пришла его воспитанница, одна из этих грантоедов, Лиза. И обозвала ветерана национального движения, да. Как она латентным дебилом его обозвала. Представляете? Что... И это тоже вскормишь Мустафу Джемилева это дело. Это все происходило в этом зале. Не скажу. Это что? Это угодно и теперь, они опять нас ведут в эту Европу для того, чтобы свои хвосты замазать. Не получится в этот раз. Народ будет себя защищать. Народ будет защищать себя. И те 824 человека, которые поехали, они за собой еще десятки людей повезут туда, в Киев, для того, чтобы защитить это все. Чтобы защитить свою свободу.